цветы распустились. Как это приятно, нам не хватает красок. Давайте наполнять свою жизнь весенним, летним настроением. С постельным бельем «Ландыш Луговой». Вы практичная хозяйка, вы цените по-настоящему качество, вам важно то, на чем вы спите? Конечно. Тогда выбирайте натуральный хлопок. Именно из него выполнено постельное белье «Ландыш Луговой». Итак, давайте по ценам пробежимся. 1499 рублей. Это стоимость полутора спального комплекта. Стоимость двушки или евроразмера уточняйте в колл-центре. Но я, насколько помню, разница там невелика, поэтому смело можете позволить свой размер. Ну, Юль, я тебе хочу сказать, что я бесконечная поклонница зеленого цвета. Я его обожаю больше всего. Это мой самый-самый любимый цвет. Вот прям глазу приятно на него смотреть. Олечка, а ты обрати... Вот ты правильную вещь, кстати, сказала. Приятно глазу. То есть рисунок не раздражающий глаз, успокаивающий напротив. Причем, обратите внимание, он не простой, а модный. Выполнен в 3D-технологии. Наши березки, наша русская душа. Природа такая, какая она есть на самом деле. Такое ощущение, вот, что здесь себе фотография. Это, как качественная фотография. Совершенно верно. Технология уникальная. 3D-переноса вот такого рисунка с бумаги именно вот на ткань. И, конечно, мы видим действительно произведение искусства. Посмотрите, сколько полутонов, яркость красок, бликов, теней. Все соблюдено. Произведение искусства. Вы хотите, чтобы ваша спальня была эксклюзивной, дизайнерской, не похожей ни на чью другую? Тогда выбирайте постельное белье «Ландыш Луговой». Юль, ну а помнишь Люба, кстати, нашей модели историю, когда ей подарили комплект постельного белья, а он синий, правда, был, она проснулась как аватар, такого нежно-голубого цвета. Ну, кожа просто покрасилась у нашей коллеги. Вот здесь я тоже как-то вот переживаю по поводу вот этого именно глубокого зеленого. Ну, глубокий зеленый я тебе здесь постирать сейчас не смогу. У меня здесь яркий зеленый на наволочке. Ну, давай так. Посмотрите, мы с вами сейчас ответим на Олин вопрос и проведем стресс-тест практически для нашего постельного белья. Смотрите, у меня вскипела вода, видите, да, закипает. Физику все учили, 100-градусная температура. Ну, нельзя же в кипятке выдержит стирать. Ли наша краска? Давайте смотреть. Будем купать нещадно наше постельное белье. Вот прям зеленым цветком специально буду окунать, побу подольше. Так, секунду. Так. Очень горячо. Секунду, смотрим. Постельное белье абсолютно не дало окраса воды. То есть вода абсолютно чистая. Это говорит о том, что даже при 100-градусной температуре белье не линяет. Вы, конечно, дома будете стирать 30-40 градусов. Угу. Дальше продолжаем эксперимент. Горячая, остынет, да. А, ой, горячо. Держись. Рука раскалилась просто от горячей ткани, но она не стала зеленой. Вот это самое главное. Качественные красители непростые. Красители, не вызывающие аллергии. Они выполнены по ГОСТу с соблюдением всех стандартов безопасности, здоровья и, безусловно, собственно, качественного нанесения. Это очень важно. Если вы по-настоящему цените вот настоящее качество, которое мы с вами сейчас видите, «Ландыш Луговой» для вас. Да, абсолютно точно, я согласна. А еще вдруг вы патриотка, как и я, если вы любите наши природы, наши российские просторы, вот эту красоту зеленую, сочную, которая нас окружает, к примеру, то это белье точно для вас. Наслаждайтесь, у вас будет настроение подниматься, у вас будет комфортное ощущение внутри, а просто потому, что вас окружают натуральные краски. Наслаждайтесь комфортом, наслаждайтесь уютом и, конечно же, ценой. Пока еще действует скидка, не пропустите. Пустите ее, пожалуйста, она действует только до конца сегодняшнего дня. Юля, у меня к тебе сразу вопрос все-таки. По поводу материала как-то не спросила. А вот спроси. Спрашиваю. Материал популярный, но он просто вот пережил второе рождение. Это бязь. Поклонницы бязи сейчас, как? Внимание. Юля! Натуральнейший хлопок. Стой. Экологически чистый продукт еще с бязевым плетением. Да прям стой. Вот стой. Я не эксперт, но... ну. Я все-таки тоже человек с опытом. Юль, ну не бязь, ну какая же бязь, ты что? А почему ты так говоришь? Ну потому что слишком мягкая. Ты совершенно верно, наш поставщик использует именно ту самую правильную золотую середину по плотности. Та, которая не дает рыхлость ткани и не дает ей грубость. То есть при своей износостойкости и долговечности постельное белье из бязи стало мягким. Это очень приятный факт. Кто любит хлопок натуральный, кто любит бязь, выбирайте «Ландыш Луговой», и прослужит долго, и правильная, грамотная плотность бязи – это то, что нужно для того, чтобы постель была мягкой. Ну, а еще полезнее, конечно же, да, вот, чтобы лучше синтетику не покупать. Безусловно, я как эксперт советую спать вам на хлопке, и наше постельное белье, кстати, является замечательным подарком, вы получаете его вот в такой упаковке, но сейчас внимание вот на мой пальчик, смотрите, показываю вам потрясающую маркировку «Экопродукт», то есть здесь действительно натуральный хлопок без примеси синтетики, а это значит, ваш сон будет здоровым. Гипоаллергенный материал, на
который, кстати, у нас есть сертификация, причем сертификация и своя, и таможенного союза, которая, вот он, этот сертификат, да, это его копия, который подтверждает безопасность белья, если вы хотите быть точно уверены за свое здоровье, за здоровье близких, если будете дарить, да, такое белье, и хотите, чтобы постель была мягкой и надолго сохраняла яркость красок, выбирайте «Ландыш Луговой». Сегодня это замечательное предложение в подарочной упаковке. Лучше подарка на Новый год, ну, просто не найти. Я с тобой полностью согласна. Итак, для всех тех, кто любит традиции, но при этом ценят еще и инновации. Вот она, инновационная бязь, гораздо мягче. Хочу обратиться к своей маме, если вдруг она смотрит. Мама, бязь теперь бывает мягкой. Юля, у меня мама до сих пор тоже думает, что бязь только жесткая. Нет, вот она, инновационная бязь, которую вы можете себе позволить. То есть, смотрите, вы получаете действительно традиционную ткань, качество которой вы уже точно отлично знаете, плюс вы получаете мягкие прикосновения. Все это теперь возможно? Позвольте себе. Позвольте себе эксклюзивную спальню в комплекте пододеяльник. Ой, обратите внимание, простыня и две наволочки 70 на 70. Посмотрите, простынка свежая. Ваша спальня всегда свежая, с дыханием. Отдыхайте с удовольствием. Главное, что дизайнерские вещи, да, такие с природной тематикой, они расслабляют, особенно городским жителям нам так этого не хватает. Позвольте себе кусочек природы вместе с «Ландышем Луговым». Позвольте сделать свою спальню необыкновенной. Пусть она будет не похожа ни на чью другую, а значит, каждый день у вас будет хорошее настроение. Ну и самое главное, для тех, кто только подключился, Юль, повторим, да, что это невероятное качество. Качество потрясающее, это говорит и качество пошива. Здесь работала машина, пятинитка, швы потрясающе обработаны. Не торчит ниточка, ни зигзагом не идет. Да. Здесь по ГОСТу выполнен даже стежок в сантиметре 3 стежки. Обеспечивает надежность, долговечность белью. Качество прокраса тоже обращаю внимание. Смотрите, когда белье прокрашено вот так насквозь, это говорит о том, что оно надолго сохранит яркость красок. А современный бязь еще и не искажается после стирок, то есть не теряет геометрии.